Пожалуй, с битым бампером точно ее никто не заберет. О, сейчас натру, начищу. Чистенькая будет сверкать, как раз к продаже готова. Вот здесь какое-то пятнышко. Ох, бедная моя машинка, и пострадала она. Надо объявку срочно давать, ее продать. А пока она будет продаваться, посмотрю себе какую-нибудь новенькую. О, красненькая. Не поняла. На Толика машину похоже. А ну-ка. Какие там у него номера? Блин, так это же Толика машина. А что она в объявке делает? Так-так. Где там тот Толик? Сейчас разберемся с ним. Ладно, дальше посмотрю еще какие есть. Все, моя родная, к новому хозяину ты готова. Все. Осталось только, чтобы высохло. Все, а мы пойдем Леночке, короче, расскажем, что машину продаем, и больше она над тобой стебаться не будет. Будет у тебя новый хозяин. О, отлично, звонят. Так, алло. Да, продаю. Красавица, вся в разгаре сил. А, посмотреть хотите? Не, без вопросов, приезжайте. Улица Центральная, дом 65. Будете ехать, около двора будет стоять, прямо около дома. Заметите, вся такая красненькая, аж блестит на солнышке. Все, хорошо, давайте, жду. Ага. Отлично, ребята. Не успел объявление дать, короче, уже покупатели. Ладно, так, что? Надо выгнать ее на солнце, чтобы подсохло быстрее. Поставлю около дома, чтоб мимо не проехали. Красавица ты моя, как раз ни одной царапины на тебе нету. Как раз время продавать, чтоб Леночка больше не стебалась над тобой. А, поехали, вот поставим около дома. Класс! Неужели я ее продам? Пойду, ребята, Леночке расскажу, что машина продается, и больше она ничего с ней не сделает. Никакие фары нигде ничего не разобьет и не постебается. Все, погнали. О, Леночка, что ты тут делаешь, а? У меня настрой хороший. Слышишь? А я тут так, ненароком твою машинку в объявке увидела. А это что такое значит? Что, ты продавать собрался? Не, ну да, что я тебя должен спрашивать? Конечно, вон намылил, надраил, в объявку кинул. Сейчас у покупателей позвонят. Во, осталось только подождать немного. Блин, слышишь, так может ты мне ее дай? Я лучше свою продам, я тут новую собралась покупать, а я на своей погоняю пока. А вот тебе, поняла? Не увидишь ты моей машины, видишь, как пахнет? Ты сколько над моей машиной издевалась, я тебе ее и бесплатно не отдам, поняла? Так что даже глаз на нее не ложи, все. Ты что, жадина что ли? Подумаешь, какая тебе разница, кому-то продавать или мне продать? Леночка, моя машина тебе никогда в жизни не достанется, даже за $50. Вон я кинул объявку, у тебя 5 штук нет, я за 5 штук ее продаю, понятно? Так я могу тебе рассрочку купить. Ага, ты мне и так, как земля колхозу, должна рассрочку, не поведусь я на твои мурмыли всякие, поняла? Ну потиху бы отдавала тебе, да ездила нормально, а ты бы быстрее себе новую прикупил. Езди на своем корыте. Мою ты никогда в жизни не получишь, поняла, все. Разговор закончен, иди вон делами занимайся, а то мне сейчас покупатели звонить будут. Ну ладно, ладно. Жмодяра, блин, не захотел мне ее отдать по нормальной цене. Сейчас я все равно сделаю так, что ты ее просто не продашь. Сейчас мы ее удешевим стоимость. Резко она упадет в цене. И все равно она достанется мне. О, блин, тяжелое ведро. А ничего, вся эта водичка мне сейчас и понадобится. Сейчас мы с ней разберемся так, что кроме меня она никому не достанется. Я вообще никому не нужна, вот где-то эта машинка. О, намыленная, блестит, блин. Ну ничего, сейчас мы придадим тебе продажный вид. Тебя каждый теперь захочет купить. Так, водичка-то у меня чистая. А сейчас мы ее сделаем не совсем чистую. Так. Ой, фу, какая зюзя получается. О, сейчас будет такой видончик у твоей машинки, Толичек, что точно мне ее с удовольствием подаришь. Ну что,
Грязи хватает. Так. Главное, чтобы никто не видел. О! Фу! О, отлично потекло. О! Фу! Я думаю, что и этого мало. Вот тебе. Так, ну я думаю, что этого мало будет ему. Сейчас кто-нибудь да все равно клюнет на эту машинку. О, а тут еще куча песка. О, тебе. А вообще. Что? Отличная машинка получается. Ну все. О, по-моему, кто-то едет. Пора мне сваливать. А, подождите. Еще знаю, что. Так ее можно отмыть. У Толика, по-моему, где-то на переднем сиденье была бита. Сейчас мы еще долбанем ее хорошенько. Блин, эта машина еще и меня грязной сделала. А вот она, родная, бита. Так, что это мне тебе? Где? Почем ударить? Так, чтобы Толик попал в безвыходную ситуацию и неловко выглядел перед своими покупателями. Так, сейчас что-нибудь такое долбанем, чтобы ты мне ее потом еще и дешевле продал, чем думал. Так, и что здесь у нас еще не страдало? А, бампер. Пожалуй, с битым бампером точно ее никто не забьет. Блин, как я натреснула. Вот эта машина подстава. Короче, надо мне срочно смываться. Ну ничего, у, какое дырище получилось. Ну зато теперь точно Толик ее никому не продаст. Так, биту на место, а сама смываюсь. О, ребята, супер! Звонят! А ну-ка! Так, сейчас на громкую. Алло, алло! Алло, добрый день еще раз. Ну я по автомобилю вашу звоню. Да-да-да, здравствуйте, а где вы? Ага, ну, дом 65, вы помните? Да-да, помню. Вы еще спускайтесь тогда к автомобилю, я уже, в принципе, подхожу, вижу, далека уже стоит, вижу, да. Ну все, хорошо, я выхожу, давайте, буду вас встречать рядышком. Все, идем, давайте. О, ребята, отлично, супер, вот и покупатели нарисовались. Все, погнали к машине, может, там пару пылинок сдуем. Так, а ну-ка. Ё-моё! Это чё такое с машиной случилось? Это чё за вандалы? Нифига себе, прямо с камнями! Ну я офигею! Блин, ребята, чё за хрень здесь происходило? Это ж кому она мешала? Ну нифига себе! Блин, это ведро, вон кто-то песка сюда даже насыпал. Кому это всё мешало? Ё-моё, ну нифига себе! А это что такое? Блин, бампер разломанный. Ё-моё, что за хрень? Блин, и что делать? О, походу покупатель уже идет. Ё-моё, и эта машина, что была в объявлении? Как так, блин? Да что это? Это вы эту машину продаете, да? Не, ну да, я. Ну видите, что с ней случилось. Вы сравнивали на фотографиях вживую эту машину вообще? Да я сам вот только вышел и увидел, как вы позвонили. Да вы нормальный человек вообще, а? Так ты посмотри, какой здесь бампер ходуном весь ходит. Слышишь? Что, блин? Мужик, успокойся. Берем немножечко, завариваем, все в порядке будет. Давай я тебе 500 баксов скину за это, сделаешь сам, а? Там же все отлично. Да какое отлично, смотри, что с кузовом здесь, и царапины, все в щебне каком-то. Не волнуйся, сейчас возьмем ведро, я быстренько тебе сполосну, потом сам повернешь, 500 баксов тебе хватит. Ведро здесь не поможет, 2000 чисто из уважения дам. Слышишь, что? Ты вообще с ума сошел, какие 2000, а? Ну 2500 максимум. Слышь, мужик, я ее знаешь за сколько покупал? Больше 10! Да а ну! А ну нафиг пошел отсюда! Ты ну и нафиг эти больные люди! 2,5! Хрен тебе, во! Никому она не достанется, понял? Все! Я сам ее отремонтирую и буду дальше ездить! Ребята, а вы если видели, кто это утворил, сделал все, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, что порву на части, разберусь с тем человеком, песком его, зафигарю всего. Ладно, пошел я в доме передохну,
Да потом разберусь с машиной. Все, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Все, всем пока, я погнал.